А что, во-первых, хочу всех поздравить с победой, сказать спасибо огромное болельщикам, нашим фанатам, фантастическая поддержка. Что касается матча, то я думаю, что счет сам говорит за себя. То есть до 3-0 хорошая игра, хорошее движение, красивые голы. После 3-0 играли по счету, могли забить и больше. Ну, это игроки хорошего уровня и хорошо взаимодействие. Я бы добавил еще Кадо здесь, и Генсар неплохо влился. Да, Субботич приехал, к сожалению, скажем так, не в самых оптимальных кондициях, потихонечку набирает. Я думаю, что лучшие игры он сегодня неплохо сыграл, но его лучшие игры еще впереди. Мы посмотрим еще раз игру Зимру, проанализируем. Возможно, что будет. То есть у нас обойма из 24 человек, и каждый готов заменить любого. То есть травмы, микротравмы, то есть всякое может быть. Ну, мы сейчас на стадии переговоров. Я думаю, что как минимум один или максимум два. Будем выселять две позиции. Не буду говорить сейчас, какие. Потому что пока на стадии переговоров. То есть можно сказать, что команда полностью готова.